Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. И сегодня я научу вас, как загадать сразу 100 желаний. И так, чтобы они все сбылись. То есть сбудутся 100% по той технике, которую я вам сегодня расскажу. Техника очень древняя. Скорее всего, такой метод или способ использовали не только ваши бабушки и дедушки, а скорее всего прабабушки, прадедушки, вот, и предыдущие поколения. Загадывать мы с вами будем желание сегодня, девочки, уже догадались, я думаю, на монетках. Монетки можно взять любые, абсолютно, то есть можно те, которые сейчас актуальны, да, то есть которыми вы пользуетесь, либо можно взять монетки старые, которые уже не в ходу, то есть абсолютно, в принципе, абсолютно любые монетки. Так что выбирайте сами. Но я сейчас расскажу, в чем разница. Вот у меня 3 монетки, да. Если вы хотите загадать именно 100 желаний, то значит вам нужно 100 монеток. Я взяла монетки разные. 2 желтые у меня и 1 белая. Соответственно, девочки, сколько желаний, столько и монет. Для начала запишите все свои 100 желаний на листочке или в тетради. Прям сядьте и запишите все свои желания. Их должно быть именно ровно 100. И 100 монет, соответственно. Сейчас расскажу, в чем разница между желтыми и белыми. Да? Если желание на богатство или на любовь, то это желтые монетки. Если желание на здоровье, а также удачу и успех, то это белые монетки. Чтобы вы понимали. Поэтому вот подумайте, к чему ближе ваше желание, собственно. Итак, записывайте именно ручкой, то есть не печатаете на клавиатуре, не набираете в Word ваш текст, а именно ручкой пишите в тетради или на листочке все 100 желаний. Пишите их, естественно, правильно, начиная со слов «я имею». «Я имею» и более точно, да, не просто «я имею автомобиль», да, а именно «какой автомобиль». Если и также указывайте «новый» или «не новый», если автомобиль не новый вы хотите, то указывайте год выпуска автомобиля. Если вы пишете, что я богата, да, или я имею богатство, то какая-то сумма, да, в такой-то сумме. Хотите повышение зарплаты, пишите, я получаю в месяц такую-то сумму. Что еще? На любимых, да, я уже как-то говорила, да, я выхожу замуж. Я имею отношения с самым лучшим мужчиной. Можно имя мужчины. Вот. В общем, слова либо я имею, либо я выхожу замуж, да, то есть, естественно, в настоящем времени должны быть и начинаться всегда с местоимения «я». По-другому никак. Я счастлива в отношениях с Игорем, например. Я счастлива от того, что Игорь меня любит. Я счастлива от того, что я магнит для всех мужчин. Я счастлива, когда мужчины оборачиваются на меня и оказывают мне знаки внимания,
а также знакомятся со мной. Ну, вот все, что как бы мне пришло в голову, да, а в голову мне приходит, естественно, то, что я слышу от вас, естественно, я считываю с вас информацию. И если вы подписались на канал, поставили лайк, нажали колокольчик, то, естественно, то есть у нас пошел с вами взаимообмен энергиями, естественно, я вас слышу. Вот. Ну, а если вы как бы не вступили со мной в энергетический обмен, то, естественно, девочки, не обижайтесь, что я вас не слышу, то, что вы говорите. Или то, что вы думаете, да. А те, кто находится со мной именно в энергетической взаимосвязи, естественно, я чувствую и слышу. Вот. Так что поэтапно пишите все свои 100 желаний, естественно. Вот. Дальше, девочки, как всегда, я вас учила, да, для того, чтобы пошла энергия. Растираете ручки сильно, 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 пока вот они станут горячими. И только тогда берете первую монетку. Берете первую монетку. В ручке ее вот так зажимаете. Вот так вот с краю, чтобы ее было видно. Подносите руки к губам и шепчете свое желание первое 30 раз. Именно сосредоточившись на своем желании. То есть не просто вы его механически шепчете, а представляя, что ваше желание уже исполнено. Откладываете монетку. Только, девочки, или цифры положите под монетками для удобства, да, или прямо на листочек кладите прямо рядом с желанием, потому что я дальше расскажу, что делать дальше. Дальше берете следующую монетку, тоже после первой монетки еще растерли ручки, чтобы еще горячее были. Берете следующую монетку, также зажимаете ее и также подносите к губам и шепчете 30 раз свое желание, представляя его уже исполненным. Итак, каждое желание. Дальше, девочки, это еще не все. Зато я хочу сказать, этот способ, конечно, очень действенный. То есть действительно 100% все ваши желания сбудутся. Понятно, что не в одну секунду, но какое-то желание исполнится, может быть, и не одно, пока вы даже будете выполнять данную технику или как вы называете, да, обряд или еще как-то, да. Я называю их техниками, ну, наверное, потому что я все-таки психолог. Вот. Ну и дальше, девочки, теперь смотрите. Почему я вам сказала монетки либо пронумеровать, да, то есть положить бумажечки с цифрами, либо прямо вот сделали монетку, прям кладете на свое желание, чтобы вы ни в коем случае монетки не перепутали. Вот. И дальше, смотрите, теперь эти монетки нужно бросить для того, чтобы ваше желание исполнилось. Смотрите, на богатство вы бросаете фонтан или море. Посмотрите, где у вас ближайший фонтан. Может быть, вы живете возле моря, это, конечно, хорошо, да? Вот. Но если моря рядом нет, то можно фонтан. Ну, насколько я знаю, фонтаны есть в большинстве городов. Вот, конечно, чтобы там была вода. Да, то есть не просто пустой фонтан, естественно. Вот. Поэтому на богатство бросайте фонтан или воду. Ой, или море. Дальше, девочки, на любовь монетку бросайте в реку. Ручей, то есть такую текучую воду, которая течет в реку, в ручей или в парке бросаете. Где-то можно за скамейкой, но желательно именно такое, чтобы место было чистое, красивое. Да, то есть не на асфальт, может быть в траву. Ну, зависит от того, какое время года, да. Вот. Но именно в такое вот романтическое место.
И желательно там, где не сильно много ходит людей. Вот, дальше. На здоровье, девочки, на здоровье бросаете либо в море, либо тоже в парке. Желательно вообще в таком месте парка, где очень много растительности, да, и почти никто не ходит. То есть такое тихое, спокойное место. Вот. Дальше, девочки. На удачу и успех бросайте либо через забор, либо через яму, канаву. И смотрите, чем выше забор, чем глубже яма или канава, через которую вы бросаете монетку, тем сильнее у вас будет прямо удача и успех. Ну, к примеру, вы какой-то проект хотите реализовать, да, или продвинуться по карьерной лестнице. Это, конечно, удача и успех. Для того, чтобы вам зарплату повысили, это все-таки финансы. Вот, то есть именно на богатство, да. Вот. А и продвижение по карьерной лестнице, это все-таки, девочки, именно удача и успех, да. То есть именно для этого вам нужна удача и успех. Поэтому именно в эту сторону, да. Так что выполняйте данные техники, и пусть все 100 ваших желаний исполнятся. И не просто пусть, да, а они точно 100% исполнятся, 100% сбудутся все ваши 100 желаний. Техника очень древняя и действительно реально действующая. А на этом, дорогие мои девочки, желаю вам от всей души исполнения всех ваших желаний, счастья, радости, удачи, всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.